В Кировоградской области на спасателей во время тушения пожара рухнула стена. Инцидент произошел в Светловодске. Бригада спасателей приехала на ликвидацию пожара. Двухэтажная постройка горела. Местный житель незаконно использовал бывшую котельную как цех по переработке древесины. Во время тушения несущая стена рухнула на двоих спасателей 22 и 28 лет. Оба сейчас они в больнице находятся с множественными переломами.